А тебе с утра до ночи шелестит на деревьях листва. А тебе над открытыми окнами, оставляя след белом пуху моего облака. А тебе над открытыми окнами, оставляя след белом пуху моего облака. Дождь с грозой вечный спор ведут, звезды падая с неба сгорают и вновь зажигаются. А тебе с горловины несутся вниз, и у самой земли, не касаясь ее, рассыпаются. А тебе с горловины несутся вниз, и у самой земли не касаясь ее. Волны бьются о берег, корабли те, что первый раз в рейсе глотают и каются. А тебе птичьи стаи пронзают ввысь, улетают на юг, а весной опять возвращаются. А тебе птичьи стаи пронзают ввысь, а весной опять возвращается. Это же так, я счастлива, никогда не забуду эту ночь, но... Неужели ты не понимаешь? Я думала, что ты и я — это одно. Что не нужно даже ничего говорить и объяснять. Но видишь, каких-то вещей ты не понимаешь, и... Мне страшно, потому что тогда остаешься одна. Неужели ты не понимаешь, чего мне стоило это вчера? Мы перешли Рубикон, как ты сказал, но ты историк. Ты не вдумался, что ли, что значит перейти Рубикон? А чего мне стоило таскать вещи потихоньку из родного дома? Тебе не нравилось? Ну что ты мог предложить? Купить мне все новое, все другое? И я не могла иначе. Я уже погрязла в этом вранье. И ты сейчас будешь меня презирать, но... Я не посылала Тамарку. Я сама позвонила домой с концерта, пока ты курил, и сказала, что останусь готовиться к зачетам у Сонечки. И, может быть, у нее заночую, а телефона у Сонечки нет. И нарочно потом дула в трубку, как будто телефон сломался. Но не могла я иначе. Ну, что хочешь со мной делай, я не могла иначе, понимаешь? А эта комната, где стоят твои фотографии, куда мы пробирались на цыпочках? Я ни разу в жизни не спала вот так, в чужом доме, в чужом месте, куда каждую минуту могут войти. Мне страшно выйти даже в коридор. Все страшно, опасно, стыдно. Все чужое, чужой запах. И теперь у меня больше не будет моей комнаты, моих вещей, книг, зеркала. Ужас. Это же ужас, если вдуматься. И Катюша. Она тебя просто любит, она... Уехала и оставила ключ, но ты думаешь, я не ощущаю ее присутствия, ее взгляда. И все это происходит со мной. С маминой дочкой, с бабушкиной Аленькой. Я ведь брезгливая, я же даже газировку никогда не пью на улице. Вот она, любовь какая, я поняла. Любовь — жадная и беспощадная вещь. Она ничего не щадит, она как... пожар на быстром ветру, она врывается в нас, словно чума, и нельзя вылечиться. И мы уже не мы, от нас остается только оболочка. И если выживешь, вылечишься, все равно останешься в шрамах. Кто я? Где я? Ну разве это я?
На листьях не будет росы. А знаете, поутру. Володя, а у меня сын женится, представляете? Пускай женится. Да почти все женятся. Они вчера прибегают сами не свои. Говорят, мам, она из дома ушла. А я-то что, сами посидите? Я же не выгоню их на улицу. Лись, да ты нас-то вспомни в их-то возрасте. Им сколько, 18-20 лет? Еще все будет у них впереди. Да будет, все хорошо. Да и главное, знаешь, я-то знаю, ее-то мамка к моему Вальке вообще не очень так хорошо относится. Вот уж я не знаю, чем твой Валя не хорош. Он же и красивый, и умный. Весь тебе. И хороший такой. Ну, а будь я помоложе, я бы сама сделала. Да, Володь? А знаешь еще, Олесь, что? Любовь у них. Любовь. Ой, Лиз, ты мне не говори про эту любовь. Меня этой любовью и били, и мучили, чуть насмерть не убили, ты же знаешь. А я же как дура, каждый раз к этому сукиному сыну, как девочка иду, как маленькая. И ведь Лиз, Лиза, как в кино, как в театре, вот прям вообще не могу. И пью вот эту вот отравушку, потому что свальше нет ничего. Ты знаешь, Рит, ну тонковата она. Ну как она в жизни, в трудностях-то будет? Ну она же еще совсем молодая. Как она Вальку-то моего? Володь, а давай что-нибудь веселенькое, а? Знаешь, что, веселое? Песня про зайцев! В темно-синем лесу. О, ну что? Где трепещут осины? Где зубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. Вы мать Валентина, да? Я сестра Валя, а это ее мать. Валя, у вас? А это вы. Здравствуйте, меня Лиза зовут. Здравствуйте. Весело у вас во дворе слыхать. Ну да. У нас просто, понимаете, день рождения вот у моей подруги Лизы, Риды. И вот что-то как-то замечательно. Моя дочь у вас. Моя дочь Валя, она у вас. А к Валентину вообще часто друзья приходят? Моя дочь, вы поймите, она не ночевала дома, и я не знаю, что мне думать. Мам, спокойно. Я спокойно. А ваш сын дома? А сын, он обычно по субботам грузит на станции. Вот. Грузит, да, на станции. Он у вас не студент? Нет, как же студент? Просто понимаете, вы же, наверное, знаете, у меня трое детей, и Валя мне очень помогает в этом плане. Мам, прям... может быть, она действительно у Сони, и мы зря. Ты оставь Сони, вы еще только думаете, что сделать, а я наперед знаю, что и как. Послушайте, я знаю, что у вас трое детей, и... но вам известно, что у вашего сына и моей дочери увлечение. Вам известно, что они чуть ли не жениться там собирались. И что же вы считаете это возможным?
Одну? Нет, подождите, вы считаете возможным то, что они в таком юном возрасте родят детей, сломают друг другу жизнь и бросят институт? А, ну, что? Я согласна. Николай не двора, но помощи-то ждать тоже приходится. Скажите, разве не наша с вами обязанность оградить их, уберечь от ошибки? Так я тоже так думаю. Ну, погуляли бы, а жениться-то зачем, правильно? Вот. Вы себе представьте, они сейчас женятся, они родят детей, а жить им где, на что и как? Ну, я с вами абсолютно полностью согласна, но просто вы же поймите, они же у нас молодые, так может быть, пускай они сами все решат, и к тому же, вы же знаете, любовь у них, любовь. Что ж поделать-то? Да это просто поразительно, скажите мне, откуда здесь любовь? Они распустились, и сейчас всем все дозволено, любовь, Лиза! Вы еще мне будете придумывать? А, так вы это... Проходите. А что же это такое? Дамы. И вот в этот вертеп она ходит. Да, и что здесь такое? Да ничего такого. Пусть... А, простите. Они не разбирались, да, так вообще? Они, ну, день рождения у подруги моей. Мы уходим. Но вы учтите, что... Если мы с вами объединимся в одно целое, то у наших детей не останется никакой поддержки. И вся эта их надувная любовь разлетится. Не волнуйтесь, действительно ведь пройдет. Пройдет? Да вы посмотрите на них. Вы видели, когда они вместе, то какие же они счастливые-то. Как же так-то? Это же их жизнь. Пускай они сами все решат. Послушайте, у вас замечательный сын. И я знаю, он ходил к нам. Но ведь вы сами подумайте, что они обязательно разойдутся и разочаруются. Почему же обязательно разойдутся-то? Я же со своим мужем тоже с молоду сошлась и ничего, вместе всю жизнь прожили. Это же, я еще раз скажу, это их жизнь. Пускай они сами решают. Им жить, им решать, правильно жить? Как сказал один хороший писатель, родители не должны вмешиваться в любовные дела своих детей, если, конечно, это хорошие дети. Очень правильный писатель, я тоже... И оставь со своими писателями. А вас я просто не понимаю. Нет, я своему ребенку не враг. А я что же, враг, что ли? Мне все говорят, вон, посмотрели, за какие у тебя дети хорошие выросли. Троих ращу. Это замечательно, но я не собираюсь им потакать. Да не в подтачках тут дело. А в чем же, интересно, дело? Только, видимо, для вас такие вещи привычны, судя по обстановочке. Мам! Стась! Я не удивляюсь, если именно здесь создают условия. Да какие условия? Здесь? Нет у меня никаких условий. А и что обстановки у меня тоже тут никакой нету. А на улицу я их не выгоню, как хотите. А, так вы за дочкой, да, пришли? Лапушка, мы с работы. Проходите. Тихо. Я за дочь. Мама! Я за дочь! Тихо. Что вы делаете? Я с тобой отдельно поговорю. Варя! А ты сейчас идешь домой. Я больше никогда не приду, ничего тебе. Ты знаешь, отставь, я сказала. А ты не знаешь, что из-за тебя бабушка дома умирает? Это неправда. Нет, это правда, Женя, скажи мне. Отстаньте от меня! Варя! Ты сейчас идешь домой, и здесь, в шалашовке, ты больше не появишься, не пойду. Варя, ты так и будешь стоять? Варя, давай иди за ней! Пойду. Варя, ты чего, Варя? Давай иди за ней, ты хотя бы знаешь, кто она теперь тебе? Валя, да что ж творится-то, господи! Валя, вставай, иди за ней! Валя, вставай, мама, давай! Мама, я никуда не пойду! А так? Господи, будет просвет, а? Дорогой достопочтенный сэр, наш оргкомитет бывшего 10-го А по девизам «Помоги психам, и сам будешь таким». Я от имени всей стайки... Валя, ты чего, Валь? Улица Заводников? Это где? Валя, объясни, в чем дело, Валь. Расскажи. Знаешь, Дим, я тут подумал и понял, что я тебя люблю. Юг... Одно слово. Параноик, Валя, отпусти. Что случилось? Что случилось? А ничего. Как сказал бы поэт, корабль любви разбился о скалы быта. Вот так. Ну, а можно факты? Какие факты, о, моя маленькая? Какие факты? Девочке просто стало страшно, да? Как же можно уйти из дома, от родителей, прийти в незнакомое место, да? Валь, перестань. А что перестань? Вы же все равно бабы-то одинаковые, Валя, да? Валя, тебе не идет!
Мы тебе здесь вот комнатку сняли. И еще вот 26 рублей, Валь, возьми. Пропей, Дина, прогулять! Эх ты, собака дикая, где наша не пропадала, а? Как сказал поэт, я не унижусь перед тобой и на колени я не стану. Ангел! Где этот ангел? Зачем? Это я во всем виноват. Она же, она ни в чем не виновата. Это у нас, у мальчишек, все так просто, 18 лет. А они уже могут рожать детей, создавать семью. Она за меня платила в троллейбусе, покупала билеты в кино. А я, что я делал? Зачем я потащил ее в эту трудную жизнь? Зачем я ее трогал? Мы всегда обижаем тех, кто не может нам ответить на это. Да как ты можешь так говорить? У вас же любовь, Валя, у вас любовь! Мала ты еще, Машка. Ничего. Не мала, я все прекрасно понимаю! Помнишь, я тебе говорила про замечательных людей? Еще никто не знает, как эти замечательные люди могут жить без любви, без счастья, без понятия красота. В каждой книжке об этом пишут. Ни один человек не может быть без любви! Пожалуйста. Зачем вы меня обманули? Ну, чего же обманули-то мы? Чего же обманули тебя? Два раза мне за ночь неотложку вызывали, и ты бы не пришла, не знаю, что меня было обманули. Бы. Не обманули. Вы меня обманули. Ставьте вы хоть сейчас ее в покое! Да, оставлялись уже! Господи, деточка, температурка чаю тебе, да, деточка? Уйди, бабушка, не трогай меня! Мама, уйди, пожалуйста, принеси ей попить чаю, чего хочешь. Мама, уйди! Иду. Алинка. Аля. Давай поговорим. Ты прости меня. Аля, прости, пожалуйста. Ты же знаешь, что я тебя пальцем ни разу в жизни. А тут... Мама, перестань. Аля, пожалуйста, ты должна простить меня, слышишь? Ты прощаешь. Боже, это ты прости меня. Аля, да за что же? Мы с бабушкой, и я, и Женя тоже. Мы тебе всегда все поймем и все простим. Простим, ты только будь с нами, Аленька, и будь умницей, не отдаляйся от нас. Ты же моя девочка, ты моя золотая, и рученьки тоже мои. Мам, перестань. Аленька, пожалуйста, это все нервное. Уверяю, Ви, я возьму лучшую путевку в санаторий, возьму, обещаю. И ты полечишься, это пройдет, Аленька. Не надо мне ничего. Не надо, послушай. Поговори со мной. Расскажи мне все, все мне расскажи. И я же все пойму. И Аленька, ну ты же у меня такая глупая, неопытная девочка. Аля, пойми, в жизни все делается не так, если уж оно на то пошло. Мама, Аля, что ты говоришь? Пожалуйста. Аля, не мисс. Посмотри, пожалуйста, Аля, посмотри. Ты ведь знаешь, что у меня ведь тоже кое-что было. Что у меня ведь тоже после того, как ушел Дмитрий... Я ведь тоже был человек, который мог бы меня... Перестань! Даже если это любовь, то это наваждение. Но пройдет. Уверяю, тебе сама потом ставится. Поднимись! Мама!
зачем я вам? Зачем? Зачем вы меня обманули? Зачем вернули? Я же уже не ваша, ну как? Как вы не понимаете? Меня больше нет, меня наполнило, и как будто прорвется сейчас, осталась только оболочка. Зачем? Скажи мне, зачем я вам? Олег, пожалуйста, успокойся, я прошу тебя, ты моя девочка, моя. Хватит, пока вас обманывали, ложь вас устраивала, от правды вам страшно, а я не буду врать, не хочу, понимаешь, не буду я врать. Я не понимаю, почему я должна врать. Олег, успокойся. По-вашему, никакой любви нет, надо просто устраиваться, устроиться, муж, не муж, а если я умереть из-за него готова, что это, любовь или что? Да любовь, успокойся, пожалуйста. Нет, отпусти, пожалуйста. Валя, нет, я ухожу, отстань, не трогай ее, отстань. Женя. Валя, не трогайте ее. Вам мало, да, вам меня мало, мало я слез пролила. Опять мы виноваты. Хоть и Бобка на Толик или еще куда. А у нас с Толиком все серьезно было. Да-да. А ты что ты знаешь о нас? Бабушка еще хоть что-то знала или догадывалась. А ты же вечно занята на работе. Ты замечала нас только тогда, когда у нас что-то случалось у нас. У ваших девочек, конечно. Они такие умные, они музыкальную кончили, они английский знают. А ты знаешь, что Игорь меня бросил, а не я его? Это говорить у нас в семье. Да, он! За то, что не любила его, за то, что к Толику еще 2 года бегала. Он был порядочный человек, Игоря я брала ему. Не прекрати, прекрати, Олег, не слушай ее. Реально. Наперед тебе могу сказать, что будет, если ты не уйдешь. Ты измучаешься, тебе все равно будет некуда деться от этой любви. Ты будешь сходиться, расходиться. Но однажды, в один прекрасный момент, любовь вернется и скажет. Ты не должна, мы с тобой не рассчитались, плати по счету. Боже мой, меня же разлили ложью! Я ведь хорошая девочка была и хорошего парня любила! А ты, бабушка, всю жизнь из нас каких-то гимназисток делали, будто бы гимназистки святые были, хоть и Аля. Я больше смотреть на это не могу, люби, пока любишь, разлюбишь, уйдешь. А то стоишь такой, как я, холодная, как собачий нос. Лишь бы одной не быть, лишь бы дома не сидеть. Пустота! Все вынули! Не могу больше! Люби, рожай, живи своим умом, Валя! Валя, они и нас с тобой врагами сделали. Но ничего, я тоже еще соберусь, ничего. Я знаю это, Жень. А паспорт твой на всякий случай у меня. Надо будет, возьмешь. Рожи, все уладится. Я тоже еще соберусь, ничего. И прошу. Ко мне? Нет! Входись! Аленька, а вы это мои дочери. Ты чего ты теперь стоишь-то? А ты иди, Аля, иди с катертью дорогой. Отблагодарили родную мать и родной дом. Да всю жизнь вам отдают. А всего ради вас отказываются. А вы... Неужели вы думаете, что я не понимаю? Неужели ты думаешь, что не понимаю, Аля? А ты чего ты стала-то? Иди. Иди, у нас же любовь, ты же Анна Каренина, да? А я, может, освобожусь. А я, может, для себя немножко поживу. Наконец-то, для себя, Аля. Ты иди мне до вас, теперь больше нет дела. Я всю жизнь отдала вам. Я была и матерью, и отцом, и ты не представляешь, как все это тяжело. А ты все думаешь, что я не понимаю. Да просто я не хочу, чтобы у вас было так же, как у меня, Аля. Так же, как у многих-многих других женщин. И если бы ты только знала, что это такое всю жизнь быть одной. Одной. Куда? Куда хочет? Куда хочет? И мне теперь до нее нет дела. Ты это знаешь. Вот еще. Сейчас, иди, ничего не жалей, нельзя. Ну что, я каменная, что ли? Не могу я ее еще больше добивать.
Антракт 15 минут.